Профсоюз наркоторговцев ликвидировали в Мордовии. Так назывался подпольный интернет-магазин, через который 50-летний Михаил Купцов из Саранска и его подельники планировали снабжать город и республику наркотиками. Купцову организаторы нелегального бизнеса доверили забирать оптовые партии товара, которые тот временно хранил, если надо, расфасовывал, а потом через тайники передавал далее по цепочке. В марте текущего года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, извлек из тайника, оборудованного на территории Сурского района Ульяновской области, около 840 граммов наркотиков, которые привез в Саранск и стал хранить у себя в квартире на улице Войнова с целью дальнейшего незаконного сбыта. В течение двух последующих дней Купцов оборудовал закладки с запрещенными веществами в Октябрьском районе Саранска. 22 марта обвиняемый был задержан оперативниками УНК регионального МВД, а наркотические средства изъяты. Ассортимент запрещенного продукта был широким. Наркопотребителям предлагали мефедрон, метадон, МДМА, гашиш и марихуану. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Кстати, двое его компаньонов по наркобизнесу уже получили судимость и обвинительный приговор им вынесли в июне. Разбираться в деле 50-летнего наркомана Купцова будет пролетарский суд Саранска. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».